Сёма, не надо истерить, как девочка с положительным тестом. Мама прожила свою жизнь, проживет и твою. Поверь мне, она сделает это хорошо. Сара, тебе не кажется, что родительские собрания нашего сына напоминают сборище секты? Что так? Так и все внимательно слушают учителя. Потом тихо отдают ему деньги. И как-то задумчиво расходятся в сумерках. Одесса, филармония. Не надо так терзать Арфу и путать ее с пьяным мужем. Сердцеедка? Ну что вы, сударь, я предпочитаю мозги. Вам нечего бояться. Сёма, хочу вам заметить, что при простуде лучше пить не молоко с медом, а коньяк с медсестрой. Одесса привоз. Объявление по репродуктору. Уважаемые продавцы, при обвешивании просим вас соблюдать рамки приличия. Лёва, что-то я никак заснуть не могу. Это нормально, Розочка. Зло никогда не дремлет. Голос с ванной. Моня, а что наши весы? Опять спешат? Одесса, утро, две соседки. Я знаю, Роза, ты меня так ненавидишь, что придешь плюнуть меня на могилу, когда я умру. Что ты такое говоришь, Сара? Я терпеть не могу стоять в очередях. Какие виды психологического насилия вы знаете? Лето, птички поют. Хорошо? А в чем насилие? А ты на работе. Юся, а сколько мы с вами уже знакомы? Ой, Розочка, да пока еще ни разу. Яша, вы только гляньте, какая красивая краля. Сеня, я вас умоляю, 97% той красоты я могу убрать влажными салфетками. Роза Львовна, когда наступает старость? Когда косметичка превращается в аптечку. Сарочка, запомни, мужики гуляют не потому, что все кобели и сволочи, а потому, что все женщины прекрасны. Одесса, магазин. Скажите, а у вас есть желтая ткань? Продавец показывает рулон ткани. Покупатель с улыбкой. Так это же черная. Продавец выносит со склада еще два рулона. Покупатель. Отличное качество. Жаль только, что один рулон красный, а другой синий. Продавец. Знаете, вот чтобы совсем желтая, так и нет. Целечка. Говорят, на тебя сексуальный маньяк напал. Учитывая мои потребности в интиме и крутой характер, я бы сказала, слегка озабоченный неврастенник. Одесса, филармония. Ай ты, куда вы лезете? И ладно бы что-то приличное лезло, а то фа диез. На приеме у врача. Вы курите? Нет. Выпиваете? Нет. Только не надо так ехидно улыбаться. Я все равно что-нибудь найду. Маня, а как вы думаете, может ли собака получить инфаркт? Сёма, так если создать человеческие условия, то легко. 1975 год. Стоит Рабинович у себя в огороде и закапывает деньги. Его сосед и спрашивает. Миша, что ты делаешь? Ведь скоро наступит коммунизм, и денег вообще не будет.
а у меня будут. Роза Марковна, у вас были на редкость стремительные роды. Это что? Видели бы вы зачатие. Ночью жена говорит мужу. Фима, ты слышишь, в доме кто-то ходит? Так что же я должен сделать? Как что? Иди и таки разбуди собаку. Мадам Софа к соседу. Ясен Давидович, не ругайтесь при мне матом, а то я себе все это живо представляю. Одесса, привоз. В мясном ряду на прилавке два ценника. Ноги свиные, с разными ценами. Покупатель. А почему на ноги цены разные? Так вот это ноги, а то руки. Моня, а что такое экономическая реформа? Ой, Яша, такие-то элементарно просто. С тебя снимают шикарный пиджак. Вместо него на тебя одевают жилет. И говорят, что ты прекрасно выглядишь в этом новом пальто. Доктор, я только сейчас узнал, что меня будет оперировать практикант Хаймович. Да, операция завтра. Ведь так и зарежет. А мы ему двоечку поставим. Выходит старушка от гинеколога. Постояла, подумала. Заглядывает обратно в кабинет и спрашивает. Сынок, мамка-то знает, чем ты тут занимаешься. В одном одесском магазине. Молодой человек, а вам 18 уже есть? Мадам. Ну я же только колу покупаю. А я просто интересуюсь. Я таки женщина свободная. Изнасилована уборщица Одесского оперного театра. Подозреваемые задержаны. Идет суд. Вызывают потерпевшую и спрашивают. Тиля Соломоновна, почему же вы не убежали? А куда бежать? Впереди он, а сзади помыто. Софья Львовна, что вы скажете за невестку? Невестка? Это такая неблагодарная, гулящая, ничего не умеющая делать родственница. Святой женщины. Алло, здравствуйте. Яшу можно? Яша, возьми, пожалуйста, трубочку. Разреши себя людям. Фима, привет. Как жизнь? Жизнь у меня хорошая, даже с элементом роскоши. Это как? Каждый день новый пакетик. Одесса, филармония. Вы не боитесь выходить на второе отделение? Скажите спасибо, что в филармонию ходят интеллигенты. А то пролетарии встали бы со своих мест и набили бы всем вам морду за такую игру. Сарочка, борщ, он как кунг-фу. Ты можешь готовить его всю жизнь, но так и не достигнешь уровня бабушки. Еврейская мама. И таки да. Как такой умный ребенок может постоянно быть таким идиотом? Жизнь, Фима, нужно прожить так, чтобы в конце перед уходом можно было сказать «Всем спасибо! Было интересно!» Одесса, филармония. Я прекращаю всякие церемонии и с сегодняшнего дня начну вас учить любить. Если не меня, то хотя бы музыку. Софочка Цепирович в ресторане спрашивает своего спутника, который изучает только что поданный счет. Наум Соломонович, что вы так побледнели? Неужели я что-нибудь не то съела? Супруги в театре.
Сарочка, тебе удобно сидеть? Да, Абрамчик, удобно. Тебе видно? Да, любимый. Тебе не дует? Нет, золотой. Давай поменяемся местами. Семен Маркович, а как вы узнаете время? Вы таки носите часы или смотрите в мобильный телефон? Ни то и ни другое. Я определяю время по солнцу. Ха, так ведь сегодня пасмурно. Розочка, солнце мое, скажи, сколько уже времени? Ребе, у меня такие проблемы. Ребе, я не могу с ними справиться. Что мне делать, Ребе? Мойша, Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что либо одно из двух. Либо ты можешь таки справиться с проблемами, либо это таки не твои проблемы. У меня до вас разговоров языка не хватит. Поэтому, чтобы не тянуть кота за все подробности, у вас и так дел за гланды. Разрешите всей души и сердца пожелать, чтоб ваша жизнь была картина маслом, чтоб вам не делали нервы, их есть еще кому испортить, и чтоб все разбирать вдумчиво с момента зачатия и спокойно делать себе мнение, и чтоб улыбок на земле было больше, ставим лайк, подписываемся на канал, делимся этим видео в группах и мессенджерах.